Такой ты ее еще не видела. Это было много лет назад, и когда припоминаю, снова чувствую боль. Не хочу я все это говорить, потому что болит. В нескольких километрах от деревни Новое Село местные жители нашли девочку, которой на вид было не больше 12 лет. В тот момент ребенок был без сознания. Врач в полицейском участке провел освидетельствование и выяснил, что девочка была изнасилована. Более того, преступники выкололи ей глаза. Ванга даже в молодые годы не была особо привлекательной. Говорили, что своего первого мужа, Димитра, она приворожила. Увела из-под носа самой красивой селянки, в которую он был отчаянно влюблен. О тайном увлечении Ванги знали очень многие. Некоторые поговаривали, что великая предсказательница влюбилась и обрела настоящее женское счастье. Ванга старалась сохранить эти отношения в тайне. Однако ее новый мужчина был категорически против. По одной из версий, Благой заявил жене, что уходит из семьи, и в тот же день сделал предложение Ванге. Их отношения не продлились и года. Он несколько раз звал ее замуж, но она отказывалась. Говорила, что после смерти Димитра, первого мужа, больше замуж никогда не выйдет. Благой тоже стал пить, и у Ванги прямо проклятие это на мужчину. Отец пил, потом муж, и этот потом. Иван, он совершил... Но это невозможно объяснить, как. Он повесился на двери, на калитке ее сада, где росли ее любимые цветы. Почему же те, кого любит предсказательница, обречены на гибель? Отец, брат Василь, муж Димитр. Всю жизнь Ванга винила себя в их смерти. Дар Ванги, конечно, был разрушительным не только для нее, но и для всех ее близких. А сама Ванга до конца жизни была одинока. Ванга предсказала теракт 11 сентября в Нью-Йорке. Катастрофу в Чернобыле. Покушение на Джона Кеннеди. Точную дату смерти Сталина. Развал Советского Союза и гражданскую войну на Украине, которая идет сейчас. За два дня до смерти она сделала самое загадочное предсказание о Третьей мировой войне, которая станет началом всемирного апокалипсиса. Впервые на экране самые сенсационные предсказания великой провидицы. Настоящая Ванга. С понедельника в 21:00 на Домашнем.